Пошло видео? Да. Всем привет, это гильдия Клинка. Время 7:30, а значит, что 8 часов у нас отъезд. Мы едем устраивать замечательное тимбилдинговое мероприятие, которое пройдет завтра в 10 утра и до 10 часов утра всего лишь за одну ночь. Нам нужно поставить огромнейший лагерь на 100 человек. Я люблю пятницу. С пятницы вас, дорогие друзья. Лопаемся. Раз. Два. На. Еще стараемся. Это видео. Прекрасно. Прекрасно, просто прекрасно. А я так вообще красавчик. А это Никита. Никита грустный. Время 6 утра, а мы еще спать не ложились. А что мы делаем? Охраняем веренное нам имущество. Буквально через каких-то 3 часа начнется само мероприятие. Чай. Там лежат братцы. Тут на стол сосиски. Скандалы, интриги, расследования. Полина, работаем, работаем. Раз, выходим. Пошли, 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 пошли. Где ключи от танка? Мы горим, где ключи от танка? Где ключи от танка? Срочно! Нам нужна помощь, боже мой, люди, 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 люди! Человек-гусеница! Нашему городу нужен новый герой, человек-гусеница! Помоги! Вот такие мы сволочи. Черт возьми, горжусь этим. Здравствуйте, доброе утро. Доброе. Данил, двойной перелом шеи. Ла-ла-ла-ла-ла. Вот так придется нам сделать. 3, 2, 1, к примеру, поехали. Минус балл, минус 2 балла. Молодец. Бочком, бочком, да. Эть! Комаринская! Поставили, не бросаем, поставили, понимаете, да? Коромысло должна оставаться. Желательно на бедрах. Взяли чугуночек. И обратным шагом, аккуратно, понесли навстречу. Ребят, чугунок горячий. Я шучу. Обежали, переступили, поставили, взяли и обратно. Все очень просто. Конечно же, пока они кушают, с удовольствием этим я и воспользуюсь. Что сегодня мы будем делать, да? Поддерживайте немножечко пока, да? Питать информацию, питать калории параллельно и одновременно. Они говорят, не есть, лучше переваривать. Раз, два, три. Что мы сегодня будем вместе с вами делать? Будем просто калории, которые только что не поедают. Это бабаки. Это видео? Да, да.
приятно услышать свою же музыку фолк проекта Лавердан на большом корпоративном мероприятии. Действительно, это классно. Отдыхаем под фолк проект Лавердан. Никит, как яблочки? Как яблочки? Наливные, свежие, новгородские, православные. Работает мастер. О. Это же было бы стрёмно, если ты и тут промахнулся. Вячеслав, вы готовы? Да. Итак, мы сегодня бегали, прыгали, вчера строились. Сегодня будем все разбирать. У нас закончилось наше тимбилдинговое мероприятие. Елена Вячеславовна, как вы? Arbeit macht frei. Я. Все прекрасно. Вот мы сидим, вот сейчас кушаем. Это вот Никит, мой друг Саша. А это мой друг еще. Полина, Данил. Вот мы все сидим и едим колбасу. Все, данное мероприятие официально закончено. Вот все фактически у нас пусто. Ничего нигде нет. На этом все. До свидания.